Сейчас у меня в руках оптический прицел Leupold серии VXR, а именно модель с кратностью 2:7, диаметр объектива 33, сетка Fire Dot 4. Вот она. Я вам еще ее покажу. Прицел с подсветкой. Сейчас посмотрим, что у нас входит в комплектацию. Это сам прицел. Батарейка для подсветки. И инструкция. Все. Сейчас стоит максимальная кратность 7. Вот он дом. Пока батарейка не вставлена и подсветка не работает. Вот он сам прицел. Вот это настройка кратности. Вот это два барабанчика для ввода поправок. И вот это подсветка. Сюда вставляется батарейка. И вот эта кнопка регулирует яркость подсветки. Всего 8 уровней яркости. Сейчас я вам их продемонстрирую. Я вставил батарейку. И сейчас я включил подсветку на 8 уровень, то есть самый мощный. Вот так, в темном лучше видно. Так, сейчас я покажу вам все уровни яркости. Седьмой, шестой, пятый, четвертый. Третий, второй, нет, это первый, вот замигало, значит первый. В крайних положениях, когда включаем в крайних положениях подсветку, то есть в первом или в восьмом уровне, то подсветка первые несколько секунд мигает. Для того, чтобы стрелок понял, что он включил самую максимальную или самую слабую подсветку. Данный прицел полностью водонепроницаемый и заполнен газовой смесью из аргона и криптона. Если данный прицел серии VXR находится без движения в течение 5 минут, то подсветка автоматически отключается. Это сделано для экономии батарейки. Но если в зоне видимости прицела произойдет какое-то движение, кто-то пробежит, например, то подсветка автоматически включится.